27 марта в спорткомплексе «Юность» Полтавского района в 16-й раз прошел областной турнир по волейболу памяти Михаила Руденка. Почтить память выдающегося деятеля в сфере спорта и образования Омской области пришли родственники, коллеги и друзья. Главное, чему он уделял внимание, это развитие спорта на селе, это чтобы детям в детских домах жилось комфортно, уютно и тепло. И поэтому нам очень приятно, что люди, которые работают в этих сферах, они до сих пор его помнят, они до сих пор цитируют его. До сих пор, когда я встречаю людей, которые работали еще с ним, они всегда вспоминают какие-нибудь подобные истории, какие-нибудь такие, когда он чему-то научил, что-то рассказал, что-то такое значимое в их жизни. Это всегда очень приятно, мы это очень ценим. Личным примером Михаил Александрович популяризировал регулярные занятия физкультурой среди своих подчиненных. Продолжением этих усилий стала организация турнира для тех, кто, несмотря на высокую занятость, ранги и статусы, находит время для спорта и тренировок. Хотел бы сказать, что Михаил Александрович – человек, который любил спорт, любил жизнь, любил детей, отдавал все свое умение, знания для того, чтобы в Полтавском районе сохранялась эта хорошая спортивная традиция. Поэтому глава района 16 лет назад приняли решение о том, чтобы этот турнир проводить. В турнире по волейболу, включая отборочный этап, приняли участие 14 команд. В финале встретились дружины Азовского, Горьковского, Одесского, Тарского, Русско-Полянского районов и команда регионального Минспорта. Цель участников, административных работников и руководителей районов области, на своем примере показать, как здорово заниматься спортом. Участников соревнований собралось приличное количество. Казалось бы, этот турнир возрастной, 35-55 лет, но я вам скажу, что по накалу борьбы этот турнир не уступит любому турниру, который проводится вот в нашей области. Борьба, и очень серьезная борьба. На протяжении трех дней шли состязания волейболистов-любителей. В итоге победителями уже в восьмой раз стала команда Азовского района, которая в финале переиграла Полтавский со счетом 2-0. В матче за третье место Русско-Полянский оказался сильнее Одесского – 2-0. Дружный коллектив министерства занял на турнире шестое место.